Константин Генич и Георгий Черданцев с вами будут сегодня смотреть этот матч. Центральная роль здесь отведена плеймейкеру. Он, наверное, будет периодически смещаться вперед, как при схеме 4-3-1-2. Посмотрим, как будут играть гости. А почему, кстати, ложная девятка, а не десятка, например? Потому что десятка – это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка – это тот, который атаки завершает. Константин Генич и Георгий Черданцев с вами будут сегодня смотреть этот матч. Центральная роль здесь отведена плеймейкеру. Он, наверное, будет периодически смещаться вперед, как при схеме 4-3-1-2. Посмотрим, как будут играть гости. А почему, кстати, ложная девятка, а не десятка, например? Потому что десятка – это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка – это тот, который атаки завершает. Константин Генич и Георгий Черданцев с вами будут сегодня смотреть этот матч. Центральная роль здесь отведена плеймейкеру. Он, наверное, будет периодически смещаться вперед, как при схеме 4-3-1-2. Посмотрим, как будут играть гости. А почему, кстати, ложная девятка, а не десятка, например? Потому что десятка – это игрок, который, как правило, мяч разыгрывает. А девятка – это тот, который атаки завершает. Первый тайм начался. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Здесь он попадает под прессинг. Доменико Бирарди. Франческо Маньянелли. Кевин Принс Боатенг.